Судно «Нарвин», которое 17 января затонуло у берегов Турции, спасено 5 украинских моряков, 2 из них – одесситы. Наш земляк, 20-летний Владислав Затерко, успел сообщить своим близким, что на судно надвигается шторм. Последний раз моряк выходил на связь со своей невестой 17 января в 11 часов. По словам девушки, о катастрофе родные парни узнали из новостей. Компания, которой принадлежит судно, на связь не выходила. О том, что парню удалось спастись, его близкие узнали из видео, опубликованном на телеканале Евроньюз. С родными он пока не связался. В МИД рассказали ему, что удалось также спасти 51-летнего одессита Александра Пиркатова. Родственники мужчины пока не знают, где и в каком состоянии он находится. Напомню, что у берегов турецкой провинции Бартин затонул сухогруз «Арвин», на борту которого находились 10 украинцев и 2 иностранца. Удалось спасти 5 моряков, найдены тела 2 погибших. По мнению представителей турецких властей, судно, владельцем которого является одесская компания, затонуло из-за плохих погодных условий. Поисково-спасательная операция продолжается.